Итак, всем привет, с вами Вован 2013, это мой лицензионный скин, и... Бог... И нет, это... БГНЕГК. БГНЕГК. Да, это мой официальный скин, если чё. Мой нет. И я еще куплю с плащиком. Я тоже ещё. Да. И мы сегодня начинаем новый летсплей под названием... Маготехнические похождения, МГП, не, МТП. Индастриал крафт и всякое такое. Да, тут уже мы чуть-чуть развились, он уже не только алмазик. Да, где они, кстати? А, вот они, четыре. Чё, пошли? Пошли. Сейчас мы собираем шахту сходить, железкой немножко накопать. Ну да. Сейчас. Вообще офигенно. Вот вы сам прикол в том, то что тут нет туманитуса. Ну да, тут оловенный. Вот он вот именно говорит то, что совсем другие крафты там что-то. Чё? Уже всё. У меня всё отвисло, она ещё по-жёсткому так лагала. Поставил на паузу, чтобы всё. Ага, да-да-да. Я слышал, как там все родители пришли. Да, и что доказательство? Есть доказательство. Ладно, но ты... О, тут пердит. Вот сейчас я тебе покажу, я сделаю из пердита кое-что. Что? Молотом? Как думаешь, сделать пердитовую кирку? Да, о, давай. Давай, вот смотри. О, хапал зашел. Пердитовая кирка. Да, минус. Ты в курсе, что хапал зашел? Какой, ночь? Там фрита сделал, да? Пердит этого? Да, из пердита. Из перидота. О, не, у меня крыша будет кирка. У тебя какая, зелёная цвета? Да. Сколько у тебя урон на ней? Урон там написано. Сколько у тебя? 5, 25. Смотри. А, я так и знал то, что будет сильно. Ну что, пошли? Ща. Кила возьми, у меня два факта. Ща возьму. А, мы не сюда идем. Мы идем на Home 2. Да, ща только. Тут пока серия будет не сама магнитехническая. Телепортируйся домой. Второй? Да. Не, на первый. Зачем? Я хочу повторить судьбу. О, железка. А я не хочу. Судьбу превращения в неголодного человека. Ладно, я тогда пойду под воду. Иди сюда ко мне, Ваус, брошу тебе. Спасибо, как... Не-не-не, я хочу под самый... В самый жопе просто подохнуть. Я сейчас вот покажу. Ой, я прикинь, я сейчас чуть с алмазным мечом не упал в лаву. Ой. Так, беру сейчас все, что мне надо. Слышь, оказывается, впереди твоя кирка, может, еще даже редстоун вывоз. Вот, смотри, хохол зашел. Да? У меня не пишут. А, там пишут что-то, кто приютит, да? Кто приютит? Да. И там еще с этими, с английскими. Home 2. Все, я тут. Как же? Телепортируйся, вот... вон, короче, около этого. Я туда вроде сейчас попаду. О, хорошо, кстати, ломаю. А, вон, все, я там. Ты какая?
чё? Да, я про... Ты где вообще? Ты на главном спавне тут? Да, я около... Ой, Redstone тут. Это уже Reddick. Я копаю в этом. Около... Вон ты. Да, я твою протыщу, ты моя. Нет. Давай поменяемся. Нет. Пошли вообще в верхние пещеры. Верхние пупки. Я хотел около лавы походить, понимаешь, там нет. Лава. Пошли в верхние пупки. Посмотрим. Лава. Тебя быстро копать? Давай. Давай, ты... Это алмазная кирка? Я тут, короче, не вырубил. Но из-за этого он меня распалит. Ну что, прям на записи вышел отрубать? Нет. Я не буду вообще. О, отрубать. О, я вижу этот. Как ее. Ложку. Я к лаву пойду. Ай, у меня вода не чекла. А меня нет. О, а прикинь, еще это перди два кирка, сейчас может обсидеть. Сейчас такие кто-то смотрит. Да хотя бы как-то не смотрит. Ну короче, такие прям думают, а какая пердитовая, это же там какой-то удот 332, вы чё? Сапфир. Да. Нам, если честно, пофиг. Вам тоже копать хорошо, там железо. Нет, даже получше. А я свинцовую руду. О, свинец собирай. Да, накормим игроков свинцом. Погнали сюда наверх. А я железо копаю, правильно. О, там смотри, тут факел, а дальше все темно. Вот я тут ходила. А, это еще не было, но... Я тут, короче, ходила. Да. А, так я, кажется, да, вот я тебе именно говорил, и вот тут. А тут уже наш выход. Вот я сейчас в алмаз прихожу. Если что, вот мы на каком острове, уже все, уже все знают на каком, потому что тут наверху координаты. О, видите, башка выпадает из зомби, именно поэтому тут какие-то лаги происходят из-за этого плагина. Ну да, небольшие там... О, пачки! А, вон ты где-то рядом. О, тут смотри, в железке. Зомбак. Ой, у меня этот из зомбака железка. О! О, не, а, это не. Все, у меня просто... золотой нагрудник. Откуда? От зомби. Боже. Смотри, иди к спавну самому. Я уж тут, вон ты вниз. Да, вот смотри, не-не-не-не-не, вот я за тебя. Смотри на меня. Сейчас, подожди меня тут. Я иду на home. Home. Все, я дома. Сейчас сложу тут. Все нужные вещи поставлю переплавлять. Кстати, я там тут. Так, тут мы уже на самом деле... Мало играем, просто один чувак, тут ничего мало. Не закрывать. Алмаз. Да, и мы на его месте. Да, тут именно вот тут вот был маленький сундук, а тут были надписи. Меня кто-то бьет. А. Меня бьют. А, это голубь, я уже забыл. Свинцовый слиток. Свинцовая лава. Ага. А, кстати, смотри. Сейчас... А, железо нет у нас? Есть у меня один кусочек. А. Свинцовый слиток. Ой. Ой. Там, походу, человек. Если что, то я на всякий случай тут этот браузер открыл с крафтом. А, сейчас, подожди, маленькая пауза. Так вот, мы вернулись. Вот. Я пытаюсь паузу выключать. О, вот все, я вернулся. Несколько раз жал на кнопку выключения паузы, она так и не... Вот только сейчас. В общем, вот все. Уже начинаем развиваться. А где олово? Олово у меня. Нашел. И что ты хочешь делать?
Давай, давай смастери мне этот. Что там самое крутое? Из индастриала. Из индастриала, говоришь, тебе нужно самое крутое. Это наноброня. Не-не-не, такого слабенького. Слабенько, так, сейчас. Придется опять Майнкрафты смотреть, так как не работает ничего. Да, не работает. Я все повторил, или это не то олово? Нет. Скорее всего, не то олово. А я друг... заскринил, там кто-то радостно пищит. Может, такое олово? Подай мне просто... немножечко в килов. Нет, самого. Правильно. Нет, все. Обойдемся без батарей. Кто меня за жопу кусил? Можно вот он на... пердит. Собирай-ка. Я, наверное, сейчас попробую это заснять. Печалька. Брал, брал. Нет, нет, это уран. Это уран. А, не, не получится. Ну ладно, дальше попробую. Как? О, песенка заиграла, надо выключить. А помнишь, кстати, как мне дался один алмаз? Помнишь, на нашем серваке я так шел, мне выдался плюс один алмаз. И честно, то... Не-не-не, помнишь, когда там он... Если честно, то это я... Ты еще мне... А? Если честно, то это я сделал. Да? Я тебе прописал гиф команду. А. Через консоль. А когда через консоль пишешь какую-то команду, она не отображается в чате. А, ну я это и так знаю, то что я так и думал, то что... Ты сначала не догадался, ты так радовался сначала, потом я только тебе позже сказал. А. Это вообще не говорю. Хорошо. Я вообще не говорю. Главное сам понял. Конечно, там с нефтью повезло, я ее заприватил. Ну да. У тебя блоки есть? Да, есть. У меня просто с собой сейчас резина, всякая такая. Чушь, короче. Кошачья. Все, я пошел в неизведанные нам места. В какие? Большие. А вот знаешь, если прописать кол, а дальше координаты. Координат такой. Ай, я не успею. Ой, графики. У меня опять тусклот. Ай, все, уредик. Я включу подсветку тут. Как остальное? Рэдиком. Ты же на рэдик, когда тыкаешь, он светится. Как... А, да. Что ты думаешь, какой рэдик, я говорю тут? Да. Потом не. Какая-то кнопка. Рэдик. Да, рэдик. На твоей супер-клавиатуре. Клавиатуры. Да. О, блин, мы тут ходили так много раз и железку пропустили. Да, я пошел за мрамором. Вот ты представляешь, это алмазы есть, а железа нет. Сейчас еще раз попробую. Кал. Ой, я каплук написал. Кал нельзя. Да, тут это вот минус большой серая. Да, зато можно там только випом. А мы нищеброды. Мы не хотим. Обманывать. Да мы вообще. Да я вообще даже не собираюсь покупать вип. Собирался. Да, точно. Я тут, конечно, уже пробовал этот спонсор купить. Там этот всего за 300 рублей. И чё? Ну, на самом деле-то я не покупал, я просто написал то, что я оплатил всё там. И да, чё? И ничего не дали. Сказали, нет, всё это был обман, типа такой. Ну, короче, ты понял, да? Да, ну не ври. А чё, кстати, можете... А, да, кирпичи и всё из брамбы. Ну, ещё врачи-то нужны. Я иду в неизведанные места. Понятно. Ну, если это я уже не изве... конечно же, не изведан. Кстати, вода полегче. Воу-воу-воу. Халу. Полегче. О,
Сейчас хорошо, можно чек... писать Артур 1331 хаху. Да. А, меня сейчас убьют. Скорее, хум один. Начал КТП. Ой, я сколько. Не... Я сейчас буду уранчик плавить, так что, если что, за. А ты из него ничего не сделаешь. Его выкидывает, по-моему. Да, я сейчас попробую бандикамом заснять этот. Попробовать окошко этого. Не, не получится. Да я просто на паузу нажму. Воу. На паузу. Я сейчас. Ладно, я сейчас на паузу нажму, поищу там все. Как раз немножко. Продолжу. И как всегда, кто паузу на ряд. Продаю. Откуда взял качалька? Давай этот. Ты знаешь, что стоит сейчас подох? Знаешь, правда. Не трогаешь. Меня вот. У меня пол сердечка, ноль этого. Короче, все, запускаем пати-хард. Ай, меня там что бьют? Да. Я умер. Ой, опыт! Мне знаешь, как грант рисуется, как будто я бухой пью. А я это, наверное, засну. Кого ты там заснешь? Я сейчас. О, все, а пошли на разбор. Продолжай, вот вы это видите. Ой, я прям пьяный такой. Да ну, после того, как мама... Что ты увидишь на видео, какой я просто пьяный. А что там у тебя? А? А что там у тебя? Вот. Это запись вырубилась. Опа. Продолжай. Братуха. В общем, я поискал крафт и тут догадался. Блин, меня опять бьют. Где ты там, а? Шляешься. Сейчас, подожди, не бей его, подожди, не бей. Не, он меня убьет. Не убьет. Кстати, вон там наш сосед, который половину вещей обокрал у того, которого это... Ужил. Которого мы сами загриферили. Ну, это вообще. Ладно. О, ты прям ёжик. Железка есть? Нету. Не отвечай за меня. Стоп, а ты же после того? Дай печку. На, держи. Печку, говорю, дай. У меня нет печки. Печенку? Печку. Ах ты говно. Чё ты меня бьёшь, а? Я у нас печку стою. Против алмазного меча, да? О, вот сюда с алмазкой лучше не входи. Почему? Да ладно. Тут у нас всё равно попадает. Я вот уже как сколько ищу, я не могу найти крафт железной печки. Ну ок. Да вот, кстати, это я сам садил вот дерево. А? Я сам садил вот это вот дерево. Ну, короче, тут крафта трудно, но я справлюсь. Наверняка из-за того, что тут стоит мод. О! Все с крафтом. Иди сюда. Сейчас. Ирку говорю, да, или иди смотри. Иди сюда, скорее, смотри. Та-да! Сейчас, подожди. Какую печку? Давай смотри. Пя-пям! Офигенно, что он делает? Она быстрее плавится. Вот алмазная печь есть? Нет, только вот в индастре, потом ты из нее делаешь этот... Как его называют? О, мне есть саженец. Электрическую? Блин, где эта штука? А, уголь тут. Ща и мы ее протестим, я уже давно не пользуюсь. Кем? Да, быстрее все-таки. Печка позырь. Быстрее, чем обычно. Теперь мне надо найти как раз батарейка. Да, что? Так я знаю, как она крафтится. Ах ты не. Я знаю, но она не крафтится. Я по рецепту с того сайта. Да, я чувствую, я сам это смотрю. Интересно, с какого? О, оловянная нужна оболочка, изолированный оловянный провод.
Как я не знаю. А там было... Да, опор делается из резины и еще там чего-то. О, неправильно, нельзя сделать эту железную оболочку. Она запрещена на сайте. Ее прогнали с сайта. И заблокировали. Вот, текст отсутствует. И что, у меня тут нет текстов? Пока. Ну, ты его можешь установить. Да, могу. А, не-не-не, у меня... А, да, могу, все. Только мне надо выходить из Майнкрафта. Ну, я это уже займусь в следующей серии. Как я буду выходить из Майнкрафта. И, ну, и как всегда, оловянная не работает. А, может из этого? Смотри, вот это вот не трогает щель. Она нам нужна. Что, о, может, вот он, медный провод. Вот эту щель верхнюю. Оставь. И зачем? А сейчас увидишь. Сейчас наверняка мои зрители уже догадались. О, там еще один остров. Это где? Надо будет поехать. Вон там остров. Может собираться. Да. Там очень такой красивенький остров. Да, там кораллы есть. Да? Ну, это... Да. Еще не видел, тут кораллы есть. Добавили. А, да, вот. Да, есть. А из кораллов там внизу тогда... Там, конечно, есть такой мод. Из кораллов можно делать... Это вещи. Если коралл приплавится. Если это, конечно, тот. Ну, ты прав, есть. Тут у них ямада стоят. Да. Мне на железке делать. Ладно, на этом мы, наверное, скоро закончим. Да? А, ну да, она немножечко плавит быстрее. Я говорю, мы закончим сейчас. Да, быстрее плавит, быстрее. А. Мне нужно железо. Буквально одна штука. Ну это вообще офигенно. Алмазы есть, железо нет. Пошли обменяем один алмаз на железо. На стак железа. Куплю одну шерсть за 4 резины. У нас есть резинка? Да, о, только... Ой, одна шерсть, то есть шерсть. Одна шерсть не... А, нет. Нет. Плевать. А сейчас мы можем пойти. Может, там есть. А, мне сейчас железо как-то. А что, заканчиваем? Есть. Ну, заканчиваем тогда. Почему сразу заканчиваем? А, так я тебе могу ходить. О, кусачки. Так я их скрафтил сам. Да, понятно. Я знаю, как они крафтятся. Нам нужны какие-то эти, как они... А, сплющенные железные пластины и два железа. Не, моя кирка быстрее попадет. Пипи. Кто? У тебя есть кирка? Нету. У меня, походу, графика, а нет. Хомаки. Ну ладно, так, все, заканчиваем. Подожди. А, ты это... О, да, вот еще один мотор. Что я хотела? Мне надо было взять. Ну а сегодня у нас еще есть это. Ты возьми. Бери себе. Говно. Какое? Снимай, быстрее копай. А, да. Нет. Резина у нас есть одна. Резина. У меня скоро и не будет. Почему? А? Чё? Я из неё буду провода крафтить всякие. Ну да, вот я вижу. Провода уже? Да, вот 31 медный провод. Помоги мне железку найти. Нет. Ещё одна железка.
О, вот как раз ровно хватило. Вот, да. Сейчас. Хочу отдай. А что там? Да, джетпак я достал. Кто? На, ты. Там прям внизу, да? Чувак. Он там внизу, рядом с тобой, чё? Блин, да в чате писал. Чё ты? Ну, вот, да, я вот не читаю. Я так... О, пещерка. Уметь. О, мы тут не были, прикинь. Да. Блин, тут уголь еще попался. Выкопать? Кого? Уголь. Давай. Вот, мы все заканчиваем? Давай. Сейчас. Или продолжим еще буквально минуту. Не-не-не-не, давай, все. Ты представляешь, это самую хорошую пещерку нашу? О, железка. Сейчас, давай, я к тебе иду. Сразу тут. Давай. Уме, два. Я что тут? Смотри. Ум, два. Ум, один. Ну вот он. Я дома. А, так я сейчас тоже пропишу. Все, я дома. Ой, что я плавлю. Да, пошли сюда. Будем сейчас такой опять ставим. И если здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк. А с вами был Ван2013 и мой официальный скин и полк. Или BJ Lime UK. Всем пока! Всем пока!